Карусель начинает рассказ. Это сказки, ёпта, и веселье. Карусель, карусель, получи, негодяй. Прокатись на нашей карусели. Уи! Уи! Да, прикольно. Так, пора его отпустить. Тут еще есть? Кто? Ах ты, сука, мелкая, глянь, лежит. Наш карусельмастер. Молодец. Привет тебе, кстати, я Коперник. Бам. Я просто думал, может быть, сюда завезли онлайн. Эта игра под названием Totally Accurate Battle Simulator. Пора проходить кампанию под названием Симуляция. Так, что у нас есть? У нас есть... Ну, здесь-то точно никаких секреточек нет, да? Кстати, музыка неплохая, прикольная. Музыка весьма и весьма ничего так. Ничёшная. Ну-ка, если я попытаюсь опуститься на дно... Дно! Дно! Ну, давай. Так. Ага, не могу. Прикольно. Вертолет на взлет. Кто у нас тут? Кони. Три безумных коня. Какая-то херня. Вот я ходил в этом шлеме, в нем пипец неудобно. Вот серьезно, дико неудобно. Так. Что ты вырос, чувак? Тебе щит не по размеру. Блять. Вот почему на войне длиннобудылы особо долго не жили. Видишь, если ты пиздюк, ты можешь свободно за щитом спрятаться, а длиннобудылы, он как, блядь, намек... Ты посмотри на его шею! Ты знаешь, как есть женщины, у которых на шею кольца одеваются? Вот то же самое, мне кажется, он вот как раз такая женщина из индийских племен каких-то, да? Из африканских даже. Так, кто еще у нас сзади? Так, это подгоняльщики. Такая же бугульма и чуваки просто с лука, аж с шариками луками. Сука, хитрая. А за кого мы должны выиграть? За любых? Ну, давай попробуем. Давай попробуем за них. В чем, собственно, вопрос? И за 1200... Я не знаю даже кого. Ну, давай Скеркроуна. Нет, не надо, не стоит. Пару чуваков с этой хероборой. Сейчас, минус пару вампиров. Минус пару вампиров. Сейчас все будет, смотри. И, короче, всего 5к, да? Ой, не лагай. Всего 5к. Давай Firework Archer. Мне кажется, они веселые, ребята. Мне кажется, они праздник нам приносят. Так, немножечко совсем. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Тетери-тетери, вкус бодрящий. Только не стреляйте себе в спину друг другу, пожалуйста. Сейчас, секунду. Когда как-нибудь поставим, чтобы они друг другу в спину-то не стреляли. Да они же могут, блядь. Они легко вообще, как нехер. Так, сейчас. Так. Раз, два, три. И вот сюда одного. И 140. Все, да? За кого за 140 поставить? Можем еще вот этого мешковидного, да? Братишку. Точно! Бардабомже, бардабомж. Погнали, смотри. Вампиры прям сразу рум-рум-рум делают. Превращайся, 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 твою мать! Мне кажется, они не придут. Ёба-боба, вот это вы даете, ребята. Короче, с вампиром херово была затея. Во-во-во-во-во-во, как хорошо, как хорошо. Ты еще ебанулся, что ли? Рум-рум-рум-рум-рум-рум-рум, нет. Короче, вампир это херовая затея. Они как-то все попадали прям очень быстро, очень...
Слушай, а чё я... А чё я туплю? Раз, два. Вот такая вот херня, 1100. И сзади будут идти... Змеи-лучники, а не Офигеть. Ну, будем надеяться, что баллисты... Вот так. Смотри, прям сразу. Смотри, прям сразу. Пам, 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 сука, вот это ебанули. Давай, пиздюки, пиздюки, пиздюки. Нет, 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 нет. Ёбаные пиздю. Ну что ты, блядь, блядский цирк с конями. Нет. Короче, нет. А если хвача? Не, хвача не. А если Виртру Бенд, этот ебаната вот этого поставить? Риппер. Может, Риппера еще? Вместо пару таких вот пацанчиков поставить просто Риппера. Каролина Риппера. Сейчас вот так вот. Так. Сколько стоит? 2,5. Еще... Вот, 2,5 ровно. Сзади победит Риппер. Это странно звучало, но ладно. Смотри. Змеи полетели. Ох, Риппер, ох, и Риппер молодец. Риппер молодец. О, ребяточки. Козляточки, Риппер у нас и так. Он так и у нас. Ёба-боба. Вот это вы даете. Вот это вы даете. Все, вас змеи жрут. Сдавайтесь, ублюдки. Все. Праздничный Риппер. Здрасте. Я к вам. С шариком. И подарками. Давай. Сейчас вот так вот. Я к вам с шариком и подарками. Будьте добры. Так, все, погнали дальше. Первое вообще легко. Что это такое? С одной стороны ограждение уже, да? Так, пиздюки. Пиздюки. Отбивающие. С обеих сторон ограждения, да. Ладно. Ладно. Сейчас, извиняюсь, как это делается, я забыл. А, все, вот. Я уже все забыл, честно, давно, очень давно уже не играл. Так, может быть, throw что-то там, кидатель. Throw. И один Риппер. Мне кажется, будет более чем достаточно. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Оп, оп. Вот это он хуярит. Реально хуярит. О, ребята, к вам Риппер пришел. Он ушел. Ребята, Риппер ушел. Так, нет, Риппер лалка. Риппер не пойдет. А может быть, для начала с мечами чувака, потом сзади памкин катапульта и змеевики. Блять, змеи, это всегда неприятно. Я тебе говорю. Змеи, это всегда убер неприятно. Так, полетели змеи. Катапульта похуярила. Ух ты, ух, как хорошо! Давай! Бам, сука! Бам, сука! Бам! Ух, да какая катапульта! Какая катапульта! Прям по прямой, глянь, как она херачит! Смотри, сейчас полетит. Сейчас она как полетит. Чё, дефит? А чё катапульта? Одна выстреленная? Всё? Это всё, она сложилась? Это дело не пойдёт. Так дело не пойдет. Сколько стоит? Змейка, может, больше змей? Не-н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 е. А нам тогда нужны против этой всей фигни. Пойдем, так сказать, с самураями.
Все. Чувак, не лагай, пожалуйста. Какой-то ты жиденький. Так, смотри, змеи побежали, побежали. Катапульта. Бам. 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 Смотри, самурай. Бам. Еще. Сука, по своим. По своим. По мушкетерам. Бам. Есть. Ох, как хорошо. Ох, как замечательно. Есть. Бам, сука. Ох, как хорошо. Ох, как. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же пизда-та-та. Все. И летучая змея. Похоже на какой-то... На спичку. Или булавку, может быть. Но она... Ты когда-нибудь видел змею в полете? А вот теперь видел. Теперь видел. Так. Я так проверил на секундочку. Проверил, все ли у меня хорошо с громкостью. Такие-то шахматные. Шахматные хуяхматые. Так. Дурачки в бочке. Нихуя-то Optimus Prime. Так. Конечно, неудобно видно ему, да? Он похож на утенка Утю. Он на ебеночек похож. Сейчас покажу. Похож. Похож ведь? Вот. Он мне у него очень тяжелая была жизнь. Он немного необычный, не такой, как все. Утенок Утя. Но это самый настоящий ебеноч. Вот. Похож же. И сейчас вот смотрю, вообще один в один. Сейчас слово, один в один. Так, ладно. Хватит. А, что это? Ниндзя. Ниндзя. И как-то все как-то... Так, разогнаться здесь нечем. Вас будут встречать. А что вас будут встречать? Пара вороны. Они найдут? Вороны виноватого найдет? Я думаю, найдет. Вороны. Вот такие вот чуваки. И змеи. Да, змеи. Если... А змеевики еще... просто так вот, если взять змеевика и пальнуть им. Змея же полетит. Я имею в виду, она побежит. Все, сейчас вот, сейчас я не играю за них, просто запускаю, чтобы они не тупили. Во-во-во-во-во-во-во-во, смотри, смотри. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет! Блять, не-нет-нет! Как же мы сосем? Хуёвый план. План печален. Блин. А кого можно? Минотавр? Нет. Баллиста? Нет. Щитовики? Нет. А кто? Король. Два короля. Пара хилеров. И два барда придворных будут ходить, короче, песни петь. Матом орать на этих придурочных. Ну, надеюсь, что короли... Вы можете как-нибудь с каждого своего короля лечить, нет? У вас какие-то... Что? Это... Королей потеряли. Товарищи хиллеры. Ох, как хорошо, они прямо из-за угла хилят. Ты посмотри. А эти дурачки ведут. Барды ведут. Короли мочат всех. Стрелки даже развернуться не могут. Что, уже минус один король у нас? Чего, блядь? А чё они такие жесткие? Кого тогда? Вампир? А почему бы, блядь, нет! Сука! Ёп! Какого лешего? Я-то думал, что все будет хорошо, а все будет плохо. Плохо все будет. Блять, да ты смеешься. Да на месте стой, ебаная. О, все.
Ишкарёбаный. Да хорош. Короче, давай свордвардист. Свордвардист будет мечами херачить всех. Может, Рипер? Рипер. Вот, смотри. Эти прям сразу превратились, полетели мышами. Ох, блять, мыши, сука. Не совсем адекватно, конечно. Смотри, мышки их задерживают. В это время Рипер... Рипер подходит. Нет, вампира завалили. Прострелили ему сраку. Не-н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 е. Просто, короче, вампиры-лалки. Так и запишем. А кто еще? Скелеты-воины? Нет. Манки Кинг? Слушай, сейчас же его дух... Сейчас же его реально много станет, этого Манки Кинга. Вот, короче, ребята подходят. Пока они подходят... Дракон будет из угла. Вот это дыры было. Вот это дыры было, серьезно. Она поп... он... Ох, он попрется. Ох, он сейчас будет. Нет, нет. Что это? Так, ниндзя прям сразу отлетел. Манки Кинг, ты собираешься хоть что-то при... Что это? Что это, блядь, такое? Блять, короче, это была печальная идея. Нет, это была очень плохая идея. Так, давай Манки Кинга один сюда. Самураев отряд. Самураев отряд. И два... Ну же! Манки Кинг, ты на кого кидаешься, придурок? Вот, смотри, Манки Кинг пошел размножаться. Как-то странно, правда, размножается, но да ладно. Манки Кинг, бросайся на них, двойся, тройся, размножайся, ёбаный, шкарёбаный. Нет. Слушай, а как вас валить-то? Может быть, Скеркроу, да, блин, да вороны нет, ну вороны вообще никак, нет, не-не-не-не-не. Хиквандисты. Тайквандисты. Кавалерия, артемидка. Почему бы, собственно, блядь, и нет? Погнали. Так, ребята, главное, высоту-то наберите, а не... А выше никак? Не умеете? Давай. Ёбаный цирк. Нет! Да как они быстро пососали-то? Нет. Как тебе валить? Ярлы, может быть? Три ярла и... Один... И два пиздюк-ярла. Почему, в принципе, и нет. Ну ярлы, это они сейчас толпой попиздят. Сейчас смотри, сейчас на пиздюков все потратят. Все расстреляют на пиздюков. Так. Так. Сука, ярлы застряли. Ёбаный ты. Псадомит. Ну почему? Что же вы такие ярлы-то ярлы, а? Вот. Теперь-то вы не застрянете. Сука, как вы пошли? Все плохо. Ярл, ёбаный носок, не застревай. Все, давай дальше сам. Я тебе помог выйти. Давай, не падай, живи, сука. Все, пизда, медведю. Завалили.
кто еще живой? Еще кто-то живой? Кто-то еще живой есть, разве? А че вы? А как вы? Куда вы идете? Ёбаные ярлы. Короче, они не проходят. Ёбаные ярлы не проходят. Они слишком широкие. Хреновая эта идея. Смотри, раз уж они слишком широкие, может, берсеркеры? Кидаются. Может быть... На кого? Пару капитанов. Пару дурачков с сеном. И нет, пару вот этих вот, которые отбивают. Отбивают, которые отбивают. Точно! Точно отбивают! Где они? Вот самурай. Не застревайте, пожалуйста, ребяточки. Плез! За 80. Фермера еще поставим. Во главе будут вилами до тыки. Добивать будут вилами всех. Кто такие звуки издает? Пехота блевота, что он кричит? Они друг другу что-то стреляют, я не понимаю. Ну, подавляйте! Подавляйте! Пехота блевота! Нет. Тяжело. А кого вам, блин, кого вам такого поставить, кто совсем, блядь, полоумный будет носиться? Нет. Может, рыцарей? Ёбаный в рот! Как ты такой... А как ты такой вышел-то? Просто вырос. Просто пацан вырос. Очень сильно вырос, скажем так. Может, какие-то секретные... Незаметные войска, секретные, незаметные. Чувак, ты, главное, протискивайся. Очень далеко бей. У меня есть секретное оружие, гигантский. Сука. Рапердонщики, давайте, хуярьте их. У вас же просто толпа. Ух ты, как он колет, ух, как он тыкает. Блять. Даже большой рапердончик не помог. Ладно, думаем дальше. Кого? Можно. Ну и для начала трех вот таких чуваков. Не прям толкают такие. Давай, чувак, быстрее иди. А быстрее давай. Куда ты? Что ты куда ты бросаешься? Давай, минотавр, окучивай их всех. Зачем вы все в один проход-то пошли? Ёбаные волки, широкую на широкую. Понятно. Нет. Дешевые здесь не катят. Дорогие не катят. А какие катят-то? Может быть, длиннобудылые катят? Может быть, такие покатят? Типа, издалека прям будут долбить все? Я хуй его знает. Эти вообще застряли. Несите сюда тирет или крота. Прочистите. Да ёбаный пиздец. Ребят, вы серьезно? Ох, блядь. Не, ну, типа, как идея неплохая была. Изначально. А потом такая себя. Ну, как бы, смотри, всех затыкают просто по обеим сторонам. Смотри. Не, ну, в принципе, чисто технически, идея была неплохая. Но мой пройти не может, он застрял. Блять. Сука, этот даже копье не может развернуть. Вот какой из тебя... Воин, блядь. Короче, ребятушки, у тех, у кого хватит мозгов, да пиздюхать, до середины хотя бы, тому я самолично выпишу благодарность. Блядь, да нет. Проекции только можно ставить, мол.
Если я, допустим, хочу сюда парочку еще. О! Так, ты, главное, тоже не падай. Все, ребяточки, стремитесь к своему, стремитесь выиграть, завалить их. Так. Так. Сука. Хуёвая была затея. Это щупал. Ну тыкай. Ох, хорошо. Ох, молодцы. Ох, заебемба. Ох, тыкай, тыкай, тыкай. Есть. Кто еще живой? Так, 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 так. Есть! Ты серьезно? Даже несмотря, что эти, блядь, два друга херда подпруга, один зацепился копьем, второй его держит. Выиграли? Ну, в принципе, это было неплохо. Так. А? 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 Кто ножки дергал? Кто у нас? До сих пор от ночи не отошел. Посмотри в мои глаза, чувак, пожалуйста. Кому-то ночью в клубе было очень весело, да? Я не палюсь. Так, что это за чуваки? Какие-то носатые псы. Носатые псы с большими бусами и с какой-то палочкой для чистки ушей. Так. Как бы смотри, все само намекает на змей. На змей. Большое количество змей. И на хорошую защиту. Так. Все. Ебать, змею размотало. Короче, это там улетела змея. Красота же. Так, отлично. Вот это веселье. Ебать, их там реально разматывают дико. Змеевики, вооружайтесь змеями. И все, это жопа. Это жопа, ребята, это жопа. Это фиаско, братаны. Я за змею играю. Сейчас всех поперекусаю. Ща, ща, ща. Сука, за ногу. За ногу. Сейчас вносим по... Ай, все, и жопа, да? Один раз укусил, и все. Блин, нет, змеевики, это, конечно, вещь прикольная. Но мне кажется... Так, как... Сначала у нас идут... Ну, давайте немножко праздник устроим. Еще фейерверковцев давай поставим. А впереди самураев, чтобы они пули отбивали. И чувачков с фейерверками просто надо в разы больше. Вот такой вот дугой огромный поставим их. Надеюсь, по своим стрелять они не будут. Очень надеюсь. Давай, дорога в ад, а может в рай. Та-та-ра-та-ра-та, самурай. И два бомжа вперед идут. Одни вот там, другие тут. Так, все. Праздник начинается. Праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Кого размотали, кого? Нихуя он полетел. Дорога в ад, а может в рай. Куда летишь ты, мой самурай? Сейчас рванет, рвануло вот. Теперь змея тебя ебет. Так. Так. Гарпунозавры. Короче, самураи не дожили. Самураи не дожили. Особенно вот из-за этого. Никто ничего не доживет. Это все, это жопа. Это ректальная жопа. Что, вы друг в друга попадаете, что ли? Красиво. Нет. Ох, как больно. То есть, ладно, понятно. Нет, это все. Это смерть, это жопа, это пипец. Так, ладно. А вариант был очень хорош.
Но самураи не очень хороши. Самураи были не очень хороши, скажем так сразу. Так, хиллеров. Хиллеров. И все. И хватит. Теперь вы очень долго будете меня валить. Этого чувака, у него три хиллера. Три хиллера. Если только он не упадет, конечно. Его просто утянули на ту сторону и захуярили мечами. Вы что, ребята? Ему жопа, да? Я не вижу, правда. Ему жопа, не жопа. Да, жопа. Ну же. Ну вы будете его валить? Или по своим же будете стрелять? Это очень, очень была хреновая идея. Очень хреновая идея была. Я изначально ее не поддерживал. Так. Ага. 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 Минотавр? Зевс? Зевс и фермер? Почему бы нет? Ну, слушай, вот это уже веселее намного. Так, вот гарпуном Зевса подтянули, очень не круто. Я боюсь, он больше не встанет. Я боюсь, он больше никогда не встанет на Зевсюша, да? Он вот там молотит из стороны в сторону. Да, все его уже на кишки намотали. Нет! Чё, промазал? Ха-ха, Лалыч! Давай, 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 всех давай наваливай. Нет, это все, это жопа. У меня есть, конечно, идея. Есть, конечно, идея охренительная. Просто убер. Уба идея. Так, вот вон. Смотри. Нет, стопе. Чик. 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 Чирик. Пиратские гарпунеры. Так-так-так-так. Ага. Вот. Короче, смотри, сейчас гарпунеры будут стрелять, натягивать и притягивать их к щитам. А там их будет царица хуярит. Хуярить. Ой, нет, это как-то очень херовая затея была, конечно. Но, в принципе, идея неплоха. Идея весьма была, да. Уи! Так, щит мой отдай. Не, ну ты же такой пик, это, блин, перетягивание каната уже получается, да? Не. Может, все бомб-фруры. Пару кремней, пять кремней. Флинток или как-то так называется же он, да? Так, хорошо. Забирайте у моих дешевых ублюдков по сотенке, которые. Вот это называю парное летание. Очень красиво, замечу я. Так. Молодцы. Молодцы, ребята. Ой-ой-ой, как больно. Так. Ты жива? Королева одна. Ага. Обе живы. Обе живы. Их, сука, прям на взрыв прям притягивает. Ты посмотри, а. Ты посмотри, что они творят. Это жесть, конечно. Ну все.
Жопа вам, ребята. Сейчас победный салют. И залпы башенных орудий. А вот это, походу, дел... я сначала подумал, что это типа два нетрадиционные имитации парня. Как умерли, как и жили. Так сказать. Да. Ладно. Хорошо. Так, ниндзя, чувак с мечами. Да, странный чувак с мечами, ладно. А скелеты, хиллеры, король, много рыцарей. Я подозреваю, что они слегка подохуеют. Они-то не рассчитывают на такое. А у меня такое-то в запасе есть. Вот такое вот чудо природы. И к тому же, вдобавок, ба-ба-ба-ба-бам. Снайк-арчеры слишком медленные. Фаерворк-арчеры. Фаерворк-арчеры. Вот, и впереди... За 60 бард. Бард, блять. Тихо. Вращайся. Все, сейчас они будут заходить и прям сразу по щам. Нет. Теперь у нас какая-то хуем была внизу. Ты не увлекайся. Сейчас ты еще наебнешься, и это вообще будет пипец какой-то. Смотри, их хилят, но сделать от падения в пропасти ничего не могут. Они ничего не могут сделать против падения в пропасть. Так, стопе. Сейчас, пацанчика, немножечко. Сейчас мы поможем, мальца. Пам. Чё, промазал? Так, хорошо. Хилер первый пошел. Второй хилер пошел нахер. Вот! Его вводят и уми... Но если сейчас он начнет палить, это будет жопа. Уи! Красиво. Улетел в космос. Первая ступень отсоединилась, вторая. А теперь такой чушь, что у него пики точеные нацелены всего мира, да? Так, дырки. Дырки, пипирки. Так... Что у нас есть? Так. А сейчас в чем проблема? Я вообще никакой проблемы не вижу. Вообще никакой проблемы не вижу. Так, сейчас. Просто очень интересно, если я поставлю Да Винчи танк. Да Винчи танк. Да Винчи танк. Угу. Да Винчи танк. Потом, кого нам еще надо ставить? Лучше бы поставить, наверное, дракошу. Сюда. Ну так, просто попробовать. Да? И мне очень интересно, будут ли хилеры хилить танк Да Винчи. Будет ли это так работать? Ну, давай еще пару лучников. Хотя нет, очень иногда просто по максимуму хилеров, потому что если они действительно будут хилить танк Да Винчи, то будет что-то непередаваемое. Вот и одного... Да, хилит. Все, смотри. Танк Да Винчи, по своим не стреляй. Все. Нет. Сейчас он устал... Лоли, соси, да? Слушай, лечат еще как? До последнего, глянь, крутится, стреляет, всех валит. О, пока, придурок, придурок. Вообще легко.
Легко и просто. Что это? Угу. Во. Все молодцы, пока, ребята. Молодцы, сосут концы, как говорится, да? Все, пошел цвет, блядь. До свидания. Что, как, ребята? Вот это я понимаю, такой, что такое? А что там у меня есть, так? Все, просто, они просто... Просто нахуй ушли. Так, знаешь, что предлагаю? Знаешь, что я предлагаю? А то же самое. Просто то же самое. Во. Так, эти развернулись. И эти развернулись. Подожди, не-не. Сейчас, смотри, как я хочу. Один прямо здесь. Вот прям вот здесь. А второй прям вот здесь. Смотри. Опа, опа, опа. Отряд пошел нахуй. Один. Хвача. Хвача хуячит. Так, хорошо, 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 хорошо нанизали. Мимо. Просто мимо. Пошел нахуй, Зевс. Просто улетел, блядь. Вот это я понимаю. Вот это да. Опа, пошел нахуй. Все, блядь, просто все. Так вот. Как. Ну, знаешь, это было... Это было опасно. Но половина твоих стрел сосут. Искренне сосут. Ну что, господа, я думаю, на сегодня хватит. Ух, как тихо, как все кружили меня, окружили. Сколько мы здесь сегодня левелов-то прошли, левелов, хуевелов. Слушай, почти первую. О, у нас еще один выпуск и все. Так сказать, обновленьку пройдем. Ладно, ребятчики, спасибо, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.